Пятая медитация. Я слушаю голос Вселенной, который звучит во мне. Это голос истины, направляющий меня по верному пути моей жизни. В моей внутренней глубине, в совершенстве моей души, есть вечная Вселенная, в которой явлены все вещи и все законы. Я устремляюсь внутрь себя, где царит тишина, спокойствие и умиротворение. Я внемлю голосу своего сердца. Я закрываю глаза и чувствую живое дыхание Вселенной, существующей во мне, так же, как я существую в ней. Я един со всеми людьми, вещами и явлениями. Я – это единство со всей жизнью. Меня направляют высшие законы. Я полагаюсь на безграничную силу творения, которая есть во мне и есть одно со мной. Там, где есть вопрос, появляется ответ. Делая первый шаг, я прокладываю свой путь. Я смотрю вперед и не вижу препятствий. Цель становится видна, как только появляется желание. Я знаю, что следую высшему предназначению и отдаюсь ему. По дороге своей жизни я иду уверенно и спокойно, ведь меня направляют мудрые силы, не знающие сомнений. Я вижу завтрашний день, потому что он рождается сегодня. Обстоятельства моей жизни – это дети моих мыслей. В моем сегодняшнем дне уже слышны голоса завтрашнего. Я принимаю все, что несет добро. Я отвергаю все, что несет зло. Получая, я не отбираю. Каждому доступно все. Нужно только желать, и оно придет. Я следую силе добра, который пульсирует вокруг меня и устремляется в небо. Для меня больше нет ограничений и груза прошлого. Каждый день – это новое рождение моей души. Каждый день – это еще один луч, освещающий мой путь к единству с Богом. Я не ищу, я знаю. Я спокоен, я чувствую направление.